Есть там кто? Открывай, не бойся. Кого духи несут? Чего он хочет? Мне нужна помощь. Человек, а волк. Седой, а не старый. Его-то ворожи и ждет, пождет. Ты ждал меня? Кости мне так предсказали. Придут те, что смердят насилием и смертью, но волк их прогонит, белый волк. И пришел, ворожба не врет. Узнаешь вещицу? Сделана из елового дерева, пахнет можжевельником. Она должна была кого-то оберегать? Свежая ель козьей кровью окроплена, кадилом можжевеловым окурена для Анны на охрану. Ты его сделал? Ворожей сделал, как предки учили над мертвой водой в свете полной луны. Это хороший амулет. Зря сняла. Отчего он ее должен защищать? Злые силы оно окружили, во владение взять хотели. Старая магия, что родится из небытия, течет из черных истоков. Старая магия? А точнее... Об этом болтать не можно. Этого касаться не дозволено. Ворожей мог дать только чуточку для охраны. Ничего больше поделать не мог. Анна и ее дочь пропали. Ты знаешь, где они? Нет. Ворожей не знает. Но духи могут знать. Ворожей ворожить будет, духов спросит. Пусть будут духи. Лишь бы понять, где их искать. Искать. Лучше княжны никто. Никто не ищет. Что еще за княжна? Княжна, коза, убежала. Перепугалась, наверное. Может, вернемся к делу? Без козы? Без козы не выйдет. Ты поможешь мне, если я ее приведу? Княжна! Куда же ты подевалась? Ладно, схожу за ней. Колокольчик любит. Позвонишь ей, она и придет. На минуточку. Только береги земляники и дикой малины. Да я их близко не подпускаю. Это коварное чудище. Скотина!
Теперь пошли к ворожею. Туда, милостивая госпожа. Ну иди же. Здесь был медведь. Хорошо, что я его завалил. Мне правда надо все время звонить, чтобы ты шла? Не убегай от ворожея. Там нигде нету. Козенька, козя милая. Вернемся к Анне и Тамаре. Ты знаешь, где они могут быть? Кровь! Надо крови живого существа! Хорошо, сейчас вернусь. Подойдет? Живет, а и не умерла. Что, все уже? Все. Духи больше ничего не сказали? Например, куда они ушли и где их искать? Пришел за ворожбой, я ворожбу и даю. Они ушли, дитя осталось. Чье дитя? Анны. Анна была беременна? Была. И скинула. И барон ничего не сказал. Может, боялся. Может, стыдился. Может, не помнил. А может, помнить не хотел. Это Анна тебе рассказала? Она была здесь после того, что произошло? Не было Анны. Это ворожба сказала. Ну, значит, так и есть. Не твоя вера делает ворожбу правдой, а ворожба тебя до правды довести может. Барон как-то был связан с выкидышем у своей жены? Человек он порывистый, горилки не сторонится. А после горилки нрав у него еще круче. Он издевался над семьей?
Анна была у тебя, ты должен был что-то заметить. Ворожей старый, слепой, но княжна пришла и руку ей полизала. И что же? Мудрый она зверь, только к тем приходит, какие страдают. Что стало с ребенком? Без обряда его закопали. Вот он и проснулся. Блуждает, мести ищет. И Гоша. Белый волк, мудрый волк. Поймает Игошу, и Гоша поможет, приведет к родным. Игоша высасывают кровь у беременных и пожирают их плоды. Они не помогают. Потому как прокляты. А ведьмаки проклятие отводят. Ежели белому волку не повезет, пусть кровь принесет. Кровь всегда родную кровь найдет. Я слышал, одному ведьмаку удалось расколдовать Игошу, но сам я этого никогда не делал. Знаю, что нужно его закопать под порогом. И имя дать. Аймройм. Провести. Обряд именноречения? Это эльфский обычай. Человеческий, эльфский, краснолюдский, самый древний. Духом до расы дела нет. Духа умилостивишь, дух тебе поможет. Спросишь, ответит, дорогу покажет. Зачем тебе кровь? Кровь, кровь, кровь вяжет людей навеки, живых и мертвых. Я понимаю, но что ты хочешь с ней сделать? Иногда брат с братом и за 100 лет не договорятся. Умирает один, пока с другим в ссоре. Второй тогда кровь его ворожею приносит. И что делает ворожей? Дядов поджидает, берет кровь, молоко, травы и куриные когти, мешает, пьет и мертвого с живым примеряет. В этом году дядов не будет, но мы и так справимся. Я не ослышался. Ты упомянул дяды? Это же очень старый обряд, я думал, его забыли везде. Здесь смерть таится всюду. Людишки-то знают, что каждый приставиться может, прежде чем дела завершит. И тогда помочь ему нужно, иначе он покоя не сыщет. Дяды провести нужно. Зажечь сальную свечу, чтобы он дорогу во тьме нашел, послать его по имени, утешить его в скорби. Тогда он с миром отойти может. Что бы там ни было, сначала мне надо найти Игошу. В полночь ищи, у могилки пустой. Если ты прав, где находится могила, должен знать барон. Быстро! В замок молния ударила? Где Ослик? Видел его кто-нибудь? В конюшню пошел вроде. Что? Горит. Вы что, не видите? Почему никто не тушит? Так все боятся. Барон как ошалеет, так пощады не жди. У меня брат в конюшне. Спасите его. Не то живьем сгорит и он, и кони. Попробую.
Быстрее! Бегите! Эй! Милители, спаси! Гори! Пожар! Хвост видел конь? Так все у меня. Попробуй. Твою мать, сколько дыма. Надо торопиться. Сюда! Сюда! Я выйти не могу! Кровля завалилась! Я тебя сейчас заберу! Я знаю, что у твоей жены был выкидыш. Это было до или после того, как ты ее избил до полусмерти? Ты на что намекаешь? Не держи меня за идиота, ты ее много лет колотил. В конце концов, они не выдержали и убежали. Так? Они убежали от тебя. Блядь! Спидер! Надо поговорить.
Садись. Ты их бил. Я на Тамару в жизни руки не поднял. А на Анну? Анна — это другое дело. Она всегда знала, как меня достать. После того, что я видел на дворе, сложно поверить, что для Тамары ты был любящим папочкой. Да и не верь. Только она всегда для меня была светом в окошке. Она могла здесь делать, что хотела. Вон, спроси любого. Она верхом ездила, охотилась, иногда отправлялась в разъезды с моими людьми. Это ее присылали ко мне, когда я в бешенство впадал. Только она одна могла меня успокоить. Если у нее была здесь такая безмятежная жизнь, зачем она убежала? Если б я знал, ты был бы не нужен. Чем тебя так жена доводила? Суп пересаливала? Носки не штопала? Мы 20 лет вместе. Она меня видела и пьяного, и трезвого. Она рядом была, когда я победителем возвращался, и побитого перевязывала. Она одна знает, куда нажать, чтобы было больно. И за это ты ее колотил? За то, что она тебя бронила? Эх, ведьмак, да что ты понимаешь? В общем, может, когда-нибудь я тебе расскажу. Ну, когда-нибудь, не сейчас. Ты с самого начала знал, что они сбежали? Знал. А почему мне не сказал? Ты потратил мое время. Узнай ты, что я за собственной семьей уследить не могу. Ты меня размазнёй считал и ни хера б не уважал. Рассказывай все, что помнишь, начиная с дня побега. И в этот раз я хочу слышать правду. Я тогда пил третий день. Ну, пришла Анна и сказала, что они уходят. Я умолял ее, чтобы они остались. Но она не слушала. Я пытался ее удержать, а она вырывалась и, ну, упала. А больше ничего не помню. Проснулся утром в обоссанных портках и с шишкой на голове. А их уже и не было. Ведьмак, сука, ты знаешь, каково мне теперь, а? Я... Хер ты что можешь знать? Ничего у меня не осталось. Ничего. Только бутылка. Тамара была там же? Она все видела? Ну, разве что из-за двери. Она в комнату-то не входила, точно. Жаль. Тогда, может, иначе бы все сложилось. Я на нее едва взгляну, и сразу как-то спокойнее становится. А как же следы борьбы, которые я обнаружил в комнате? Как же дыра в стене? Разлитое вино? Мы сцепились. Она пыталась меня подсвечником по башке отоварить. Но угодила сначала в стену, потом в столб. Я отступил. Налетел на стол, ну, разлил вино и поскользнулся. Анна воспользовалась моментом и на лестницу рванула. А все время с этим чертовым подсвечником в руке. Я ее на лестнице поймал, мы упали, я уж думал, все, схватил ее. Она вывернулась и меня подсвечником по голове шарахнула. У меня в глазах аж потемнело. Я, может, даже на минуту выключился. Что было потом? Потом было еще хуже. Я потом снова проснулся. Солнце заходило, а сколько дней прошло, я не знаю. Я думал, все это гребаный кошмар. Пошел в спальню. А Анну уже не застал. Зато всюду была кровь. Я тогда уже знал. Она потеряла ребенка. У меня ком к горлу подступил. Я подошел к кровати.
и увидел ее. Она лежала там. Маленькая, беззащитная, на окровавленных простынях. Мертвая. Из-за меня. Из-за тебя или нет, но талисман, который носила Анна, мог быть как-то с этим связан. С выкидышем. Что ты сделал с ребенком? А что мне было делать? Вынес да закопал. Вот так просто? Ну, не думал я тогда о погребении-то. Просто хотел, чтобы все закончилось уже. Я об этом ребенке ж мечтал. Я о Нете говорил. Вот он родится на свет, и все изменится к лучшему. А он умер, прежде чем родился. Мой ребенок умер. Понимаешь, ведьмак? Возьми себя в руки. Люди вроде тебя, когда ломаются, выглядят жалко. У тебя сердца нет. Для того нас и подвергают мутациям. Впрочем, есть и хорошие новости. Твой мертвый ребенок поможет найти живого. И твою жену. Как это? Бывает, что выкидыш, если не провести обряд погребения, перерождается в Игошу. Во что, сука? Подробности тебе ни к чему. Нам в этом помогут узы крови, которые связывают Игошу с твоей женой и дочерью. Как? Есть два способа. Предания гласят, что Игошу можно ритуально похоронить под порогом дома. Тогда он превратится в Чура. Это такой дух-хранитель, который сможет привести меня к твоей семье. Ага, а что второй способ? Убить Игошу и взять немного крови. В этом случае мне понадобится помощь ворожея. Не убивай моего ребенка, а? Он и без того настрадался. Ты расколдуй его. Пусть он, наконец, упокоится. Я пока не знаю, что делать. Делай, что хочешь. Только избавь мое дитя от страданий. Прежде всего, Игошу нужно найти. Я покажу тебе, где я ее похоронил. И я выкопаю эту самую могилу под порогом. Она и так эдак пригодится. Если превратить Игошу в Чура не получится, будет где похоронить нас обоих. Чем быстрее со всем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Тогда давай тут подождем. А ближе к полуночи выйдем, я покажу тебе могилу. Вели людям сидеть по домам, и пусть насыпят под дверью черту из соли. И постарайся протрезветь. Взять лопату. Ну, чтобы могилу раскопать. Бери, пригодится. Только могилу раскапывать не понадобится.